Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект», Монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48/3. Участок земли, хотя по закону все-таки должно было предоставить бесплатно, то есть отличие могут потребовать 250 тысяч рублей. Они сразу как человек говорит, мы все тебе оформим, все, достанут тебе участок, все в любом сельском совете. Все, что инвалид, пишет, что инвалиды представляют фактически бесплатно. То есть они были задержаны при передаче денег молодым человеком, им в качестве по первоначальному материалу это было в качестве взятки в сумме 350 тысяч рублей. Однако в ходе расследования было установлено, что сам глава Южноуральского сельского совета Иванов такими полномочиями о выделении земельного участка не обладал, в связи с чем в ходе расследования его действия были переквалифицированы с получения взятки на мошеннические действия. Материалы скандального дела уже передали в суд, зам. Финансовой земли, главы сельсовета и юристу грозит до 6 лет лишения свободы. Мы заметили локомотив сегодня утром на железнодорожном переезде через улицу Мусульмарина, поезд задел двух пассажиров. Подошло к нему, когда женщина пыталась перевести ребенка на велосипеде через пути. С стороны Овчинки ехала женщина с ребенком на велосипеде. Что она могла сказать, когда уже к ней подбежали все, она говорит, меня ослепил прожектор, мне показалось, что он далеко, и все, что она могла сказать. Она вот здесь вот после удара была месяц, ребенка отбросила. Первую помощь пострадавшим оказали работники переезда. На какой-то машине их отправили в больницу. Женщины серьезных травм нет, там вот были позвоночные бусины, контузия головного мозга. Девушки госпитализировали в центр детской хирургии. Из госбюджета в России, в том числе в Воронежской области, появилась новая форма мошенничества. Выпалец проводит обучающие семинары и продает бланки, отправив которые можно якобы получить бюджетные деньги на личные нужды. В Минфине предупреждают, это обман. Почему? Что грозит отправителям таких прошений? Узнал Юрий Мишурин.